Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы в очередной раз продолжим троллить друг друга. Да, ребята, всем привет и большое вам спасибо за вашу огромную активность в комментариях и в лайках, только благодаря вам мы снимаем эту серию. Да, ребята, и прямо сейчас лепите большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите больше видосов с троллингом. Если будет много лайков, будет много серий. Да, да, я с тобой полностью согласен. Я готов тебя затроллить, как всегда. Жека, ты, мне кажется, меня уже затроллил. Иди сюда, дебила кусок, смотри. Он тебе перестраивал тут карту, но... Так, все, не входи, не входи. Все, тебе нельзя ничего строить. Жека, вот дебил, так, ладно. Все, давай, я пошел строить, пока. Ну что, друзья? Мы затроллим Эдисона. Мы затроллим Эдисона. И знаете, я знаю, что... Я первый раз, я знаю, что построить. У меня такая идея, ребята, появилась. Даже не у меня появилась, а мне подписчик написал в ВКонтакте. Ну, он написал так завуалированно. Я немножко развил эту тему. В общем-то, я хочу вернуть Эдисона в его школьные годы. Он вернется в школу. Но не просто в обычную школу. Он вернется в школу, где директором будет, знаете кто? Директором будет Ибрагим. А знаете, кто такой Ибрагим? Ибрагим — это брат Стефана из предыдущей серии. Поэтому, я думаю, да, я построю школу. И... Да, и Эдисон пишет, что... А что же мне строить? Идей-то нету. Ну, у меня, в принципе, есть, поэтому... Да, я его затроллю! Да-да-да-да-да-да! В общем-то, погнали. В общем-то, ребята, я все построил. Вот она, школа, в которую у нас отправится Эдисон. Как только он попытается зайти в эту школу, на него сразу нападут 3 агрошкольника, которые будут его откидывать в разные стороны, и, собственно, возможно, они его выкинут вот в такие вот ямы, из которых он не сможет никак выбраться, только лишь при помощи меня. Но все же, когда он зайдет в эту школу, он попадет в саму школу, как это было бы ни странно. И здесь будет всего лишь один класс. Это класс даунов для Эдисона, написано в скобочках, если он, конечно, не поймет, он же... Это, конечно, шутка, ребята, это просто троллинг. Так вот, когда Эдисон у нас зайдет в класс, тут будут сидеть только Эдисоны, и каждый из них имеет свое, так сказать, название, да? И Эдисон сможет их всех прочитать и понять, кто же он есть на самом деле. И я буду играть роль учителя. Да, я ему буду приказывать делать всякие разные непонятные вещи, а если он будет на них слушаться, я буду стрелять в него со своего пистолета. Да, и первым заданием Эдисона это будет пройти в шахту. В шахту ему нужно будет пройти и накопать алмазиков. Он это сделает с помощью вот этой кнопочки и попадет сразу же в шахту. Здесь он найдет сундучок, в котором будет кирка, естественно, как же он по-другому будет добывать алмазную руду. И далее, ребята, он увидит алмаз. Но когда он скопает этот алмаз, из него ничего не выпадет. Вот такие вот дела. Это просто такой вот муляж. Но, возможно, потом он найдет вот такой вот проход вниз. И тут он встретит еще один алмаз, который, когда он его вскопает, сразу просто взорвется. В общем-то, проще говоря, Эдисон не пройдет мое испытание, и за это я отправлю его к директору. То есть он, ребята, не слушается, он плохо выполняет свою работу, и за это я его отправлю к директору. Но когда он подойдет к директору, он находится на втором этаже, тут будет закрыта дверь. Да, здесь будет закрыта дверь, и Эдисон подумает, что же делать. И карточка, ребята, чтобы открыть эту дверь, падает как раз таки с одного из этих школьников. Если он их не убьет, то он не получит карточку. Но я все-таки надеюсь, что он его убьет. Когда Эдисон попадет вовнутрь, то есть вот сюда, здесь он будет ждать секретарша, который ему скажет, что директор сейчас занят, и нужно подождать перед тем, как к нему войти. Эдисон маленечко подождет, но потом я ему открою дверь, и когда он сюда зайдет, он увидит вот такую вот странную комнатку. И когда он уже офигеет от всего происходящего, на него сверху свалится наш Ибрагимушка, наш директор. Директор Ибрагим, давайте так его подпишем. Директор Ибрагим. Он на него свалится, и они будут махаться и драться. В общем-то, вот и весь мой троллинг. Да, он очень короткий, но, как вы знаете, я не люблю делать долгие троллинги. И давайте же уже скорее приступим к тому, что построил Эдисон и, в общем-то, к самому троллингу. Ну шо, Жека? Ну шо? Шо? Найди меня, Эдисон. Обернись. Привет! Так вот, в общем-то, Эдисон, я перед тем, как ты пойдешь, ты включи гемот 0, гемот 0 включи. Эдисон, я хочу тебя перед тем, как ты пойдешь на мой троллинг, спросить, вот ты любишь учиться?
Ну, допустим, отвечу да, допустим. Только что тебе угодить. А, то есть, ну, в принципе, тогда ты можешь заходить и не стесняться, потому что сегодняшним испытанием для тебя будет школа. Ой, не-не-не. Да-да-да, Эдисон, ты вернешься в свои года, вернешься в детство, понимаешь, ты... Наслаждайся, наслаждайся. Жека, мне вот это не нравится. Давай, заходи, не стесняйся. Мне не нравится. Давай, заходи, не стесняйся. В общем-то, эта школа, лучше тебе в нее зайти, потому что... Тут ничего нету, кроме этой школы. Ну ладно. Ой, Эдисон, я даже не начал ничего делать, ты уже сам затроллился. Ладно, на первый раз тебя прощают, ты можешь, в принципе, отсюда вылезти. Вот. Жека, я не хочу к ним туда идти, если тебе нужно попасть. Тебе нужно попасть в школу. Вот хоть что ты там сделаешь, нужно попасть в школу. А, да. Давай, ты справишься, Эдисон. Я в тебя верю, я в тебя верю. Если что, они как бы там у них мало здоровья, поэтому я думаю, ты сможешь их убить. Да пошли они в задницу, дайте мне хотя бы дверь открыть, а. Давай, Эдисон, ты справишься, всего лишь в школу нужно зайти, всего лишь зайти в школу. Ты справишься, одного уже убил, все, заходи, 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 закрывай двери. Молодец. Молодец, Эдисон. В общем-то... А что будет, если я нажму сюда? А, это спаунпойнт? Да, это спаунпойнт. Подожди, подожди. Ну, перед тем, как ты зайдешь в класс, для тебя, я специально сделал класс для тебя. Прям для... Да, я понял. Написано класс для Дауна, в общем-то, заходи. Заходи, заходи, заходи. Не, я пойду вышивать сюда, в другой класс. Ну, сходи, сходи, да, возможно. О, секретарша. А почему у нее скин Юльки твоей, а? В смысле Юльки, это не Юлька. Ну, это же Юльки скин. Ну, неважно, неважно, да, у нас Юля работает секретарем. Так вот, заходи в свой класс, класс для даунов. Вот, тут ты можешь увидеть своих братьев. Балабол, да, дурак, дебил, да. О, ну, и так, в общем-то, Эдисон, садись за стол, садись. Так, это моё, не трожь. Садись, а ну ничего не ломай! Так, я сегодня буду твоим учителем, и ты меня будешь слушаться, ты понял? Да ладно, я не хочу возле никого садиться, я сяду вот сюда, хорошо? Так, я застрял, Эдисон, я застрял. Так, Эдисон, садись быстро за стол. Я сел. Так, я не понял, ты хочешь получить новый класс, да? Так, быстро сел за стол. Нет, за стол сел быстро. Да дай мне сесть, а! Так вот, Эдисон, для начала я тебя хотел спросить, сколько будет корень из 5000? 4898. Все понятно, Эдисон, ты дебил. Ну, в принципе, я как говорил, что класс для даунов, ну, ты дебил, да. Так вот, Эдисон, давай быстрее заходи в мое испытание, не треби мне нервы. Быстро, давай вставай, давай. Ой, ладно, ради тебя, Жека, ради тебя. Ты мой друг, чтобы тебя вылечить от этого даунизма, я пойду сюда, хорошо. Ой, ладно, Эдисон, перед кем ты оправдываешься, все и так все знают. Так вот, Эдисон, понимаешь, стой, подожди, ты не так быстро все делай. Задание очень простое, тебе нужно добыть один алмазик. Один алмазик добудешь, и ты будешь молодцом. Вот, ты можешь взять кирку, конечно же, я тебя не обделил. Все для таких, как ты, Эдисон, давай. В общем-то, о, смотри, кажется, алмаз нашел. О, да, который сейчас взорвется, да? Да нет, почему? Да. Ой, что-то, походу, это не алмаз, ну ладно. Может, еще поищешь, мне кажется, найдешь алмаз. Ой, тут нету алмаза, ой. Жек, мне хочется алмаз, я лучше вот так посижу. Не-не-не-не-не-не-не-не, так нельзя ничего делать, не-не-не-не-не-не-не. В смысле нельзя? Ты можешь скапывать только алмазы. Так алмазов тут нету. Да есть алмазы. Да не трогай, не ломай ты камень. Да нету тут ничего, дебил. Вы видите, ребят, я ему, наоборот, даю советы нормально, а он себя убивает. Он что за человек? Мне просто не нравится твой троллинг, я хочу уйти отсюда. Давай, ищи алмазы. Ты ученик, ты должен учиться. Давай. Да, все, хватит. Жека, нету тут алмазы. Да есть это алмазы, ищи. Ой, с кем я дружу, господи, что за аутист ты такой-то? Такой страшный вообще, если честно. Да что ты копаешь, дебил, хватит! Ну если нет, да есть это алмазы, вернись обратно. Как ты меня заколебал, нет. Ой, какой же слепой, да хватит ломать мой испытание. Ты же... Ну ты попробуй еще хоть один блок сломать, вот только попробуй. Эдисон, ищи алмаз. Ищи ошибки. Неужели? Ты прошелся 500 раз. Да нету там никаких алмазов, Жек. Давай, возвращайся. А ну только... Вот только хоть один блок сейчас сломай, я тебя сейчас убью. А ну... На, я сломал. И чё? И чё ты сделаешь, а? Чё ты сделаешь? Я тебя жопу подстрелю. Давай быстрее лезь. Пока, Жек. Да. Не хочу я тебя... Он играет не по правилам, понимаете? Я ему карту не вожу. Алмаз добавляю.
Так, я не хочу я тебя обидеть. О, здрасте. А я тут постою, конечно, вот тут мне нормально. Слушай, Эдисон, знаешь, ты, видимо, был двоечником, да, в школе? Ну, я сломал алмаз, что дальше? Я же не умер. Ты не добыл алмаз, ты такое простое испытание не смог выполнить, и поэтому, Эдисон, ты отправляешься к директору. Ты отправляешься к директору на собеседование. О, к Юльке? Да, да. Ой, кажется, это, карточку агрошкольник какой-то забрал. Какой? Какой-то, по-моему, да, спёр агрошкольник, кажется, нужно отобрать у него. Ну, иди сюда, иди. Какой-то из них, не помню какой, но какой-то точно забрал. Да не могу, я смотрю. Да можешь, ты просто кривой. Давай, убей этого агрошкольника, убей. Ой, кажется, карточка реально была у него. Ну всё, беги быстрее, пока они не проснулись. Так. Ну что, заходи к директору, он тебя уже ждет, ты будешь сегодня наказан. Здрасте. Как кажется, директор сегодня занят, подождите маленько. Здрасте. Короче, да, директор отошел, видимо, куда-то, тебе нужно подождать немножко. Да я жду, я жду. Ничего, что происходит сегодня? Так вот, кстати, по-моему, директор освободился, ты можешь заходить, да. А, да, могу, ну давай. Да, можешь заходить, заходи. Спасибо. Да не толкай, да. Ой, сейчас, кажется, директор придет, сейчас он придет. Директор Ибрагим. Да, собственно, это директор Ибрагим, с которым ты будешь... Он тебя будет сейчас наказывать за твое плохое поведение в школе. Ребят, мне кажется, Жеку давно нужно наказать вот за эти писюны, которые он строит каждую серию, извращуга проклятый, а. Вот плюсик комментарий, кто думает, что Жека извращуга проклятый. Так, ладно, если я тебя оставлю наедине с директором Ибрагимом, а сам пойду проходить твой троллинг. А, все, то есть это финал, да? Да, это финал. Так, Жека, слушаться меня. Никакой там... Да, да. Я буду так же слушать. Так, геймод 0 включаю. Не, давай. Ну, в принципе, Жека, у тебя тут будут испытания. В данной серии, если... Да ничего ломать нельзя. Сломаю весь твой троллинг, сломаю весь твой... Жека, стой нахрен на месте, а? Тут все у меня расписано по шагам. Ой, у меня тоже может расписано. Ладно, слушай, да. Ты должен был гореть, то, что ты должен следовать моим инструкциям. Поэтому, Жека, ты помнишь, что я убил твою Юльку, да? Да. Да иди ты сюда, дебила, кусок, а! Я убил твою Юльку и, ну, ты помнишь, да, что там дальше было, да? Да, а? Дальше ты использовал с себя штаны и начал меня насиловать. Да, да. Еще и меня называют извращенцем, совсем. Да, он извращуга. Так, ребята, и Жека тоже. В этой серии мы будем воскрешать Юльку. Мне кажется, ты уже соскучился по Юльке, поэтому в данной серии тебе нужно будет... найти заклинание, нужные ингредиенты, чтобы воскресить Юльку. В каждой вот этой комнате будет находиться частица Юльки, да? Можно частица. Так сказать. Частица Юльки. Поэтому, да давай, тебе нужно добраться до вот этого сундука через вот этот паркурчик. Да! Помоги! Ладно. Немножко не получилось, ладно, сейчас всё получится. Давай. Я поставлю спаунпоинт, ладно? Это буду, кажется, бога собирать. Почему у меня скин поменялся? Не знаю. Давай, прыгай. А! В смысле? Это я ничего не так, да, делаю? Да, ты просто кривой, да. В смысле? Так, давай. Почему? Да. А-а-а! Вот оно что. Ты козёл. Жека, там вода снизу есть, там вода снизу. Дебила кусок, там же все продумано. Там вода снизу есть. Где вода? А, вода! Я выжил. Давай, Жека, теперь тебе нужно выйти с этого лабиринта. Ага. Невидимые блоки. Да, невидимые блоки. Ага, да, спасибо, нет, ты туда не пойду. Да, нет, ну ладно, давай иди сюда. Вот тут у тебя выход, долгий такой лабиринт будет, выход там в конце будет. Да, спасибо. Да, да, и намёк на то, что ты лох. Значит, все же проход вот тут, в невидимых блоках, Жека. Да? Да. И как ты меня обманываешь? В смысле, там ничего не было? В смысле, ничего не было? Попробуй еще. В смысле, как понять? В чем мне пробовать? Там ничего нет. А, ну значит ничего нету, значит другой выход нужно искать. Давай. О, молодец! Пошёл, да. Ой, молодец. Ой. Ага. Ну вот, все, изначально, давай, Жека, опять пробуй. Чё? Да блин! В смысле? Я не понял, я чё, просто так это всё проходил? Да? Ну вот опять ты затроллен. Вот, смотри где. Вот, молодец! Сейчас прыгай вот сюда, на вот этот блок. Я не справлюсь, Эдисон. Справишься. Нет. А, тут везде было это...
Нет, сундук, сундук! Ухо! Я взял ухо! Все, я просто не пойду, останется меня. Ты взял? Да, я взял ухо. Ну, так, Жека, вот вторая комната, иди сюда. В этой комнате тебе нужно найти, ну, какой-то там предметик, да? Угу. Тут у нас будет лабиринтик, поэтому давай, вперед, Жека. Что это такое? Смотри, меня вообще не обратно вернуло. В смысле обратно? Так, как раз... Нашел! Нашел! Да твою... Да, давай дальше. Бабадюк, ладно, хорошо. Давай, давай. Так, я буду идти на шахте. Не забывай то, что я сказал, тебе нужно найти какой-то предмет. То есть, как ты, что ты там нашел в первой комнате? Ухо, ухо нашел. На шахте нельзя ходить, Джека. Я это нашел рычаг. Ну, твою нашел, мать. Нажимай. Нашел? Боже мой. Нужно найти какой-то предмет, Джека, не забывай. Помогите, помогите, помогите. Частицу Юли нужно найти. Частицу. Давай, ищи, Юля, ага. Ищи, Джека, ищи. Нет. Да! Фу, куда я провалился? Не дай бог, я сейчас обратно вернусь. А где ты, Джека? Череп! Да, я нашел Юлин череп. Джека, ты подожди, подожди. Джека, ну давай, заходи в этот лабиринт, ищи. Подожди, у меня вопрос. Ты череп уже нашел? Да. А, ну значит ты прошел лабиринт, значит выходи оттуда. Иди ты нахрен! Ну ты тут полчаса, конечно, походила, а у тебя вот тут перед носом это все было. Ну ладно, ладно. Ты доволен, Джека? Я не буду больше это проходить. Да, да, только не говорите, можешь прыгнуть. Да, можешь прыгнуть. А, ТП Shadow Priestock 06749. Это куда мне ТП? Ага. Ага. А, куда, тебя что-то куда-то пэхнет? Да. Ну ладно, Жека, тебе нужно добраться. Жека, на шифте тут нельзя ходить, поэтому тебе нужно добраться до вот этого сундука. Молодец. Конечно, прыгать тоже нельзя. Ну ладно, молодец. 5, 6, 4, 8 и глаз, я понял. Да, 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 да. Так, Жека, открывай. 5, 6, 4, 8. Тут будь осторожным, заходи, ничего не трогай. Жека, тут лежит... Да подожди, ты скажу, ничего не трогай, он ходит. А ну, Жека, побей. Чё? Мне дали скорость. Скорость, да. Скорость? Ладно, ладно. Жека, у тебя такое задание. Юлька, конечно, твоя мертва, да, но... Но её вот это тело находится в сохранности, да? На алмазах. Да, в алмазах. Но одна неправильное движение, и тело твоей Юльки сгорит, потому что половина с этих алмазов взрывается. Держи кирку и копай нужные алмазы. Вот прям следуй своей интуиции. По одному алмазику, чтобы тут ничего не взорвалось. Да, а почему ты говоришь целости и сохранности, а почему у меня ее череп, ухо и глаз? Ну это ж заклинание восточной там всякой там. О, я нашел ее. Да, ну тебе нужно расчистить это все, чтобы нормально заклинание прочитать. Только осторожно, а то тут все взорвется. Да, да, ну, да, взорвется. Да, да, да. Ну ладно. О, прикольно, что это такое? Да ничего. Нет, нет, я еще. Так меня так не пугай. Все, раскопай вот это. Прям все, все? Да, все нормально, можно так. Вот вокруг вот так я тебе даже помогу, тут не валяшный просто. Не валяшка. Так. Жека, кидай вот это все на нее. Да не алмазы. Зачем мне алмазы, если она мертвая? Не знаю. Зачем мне череп? Ну, чтобы воскресить Юльку. А, понял, понял, да. Сейчас самое главное. Тебе нужно прочитать заклинание. Начинай. Пизда заклинание. Ну, придумай какое-то заклинание. Ладно, Юля, воскресись, воскресись, дед. Заклинания на русском не бывают, поэтому давай. Давай. Как понять, тебе на китайском сказать? Ну, на китайском. А, сунхавчай, сунхавчай, сунхавчай. Нормально? Еще раз, что-то не работает, Джек. А, нихау, сунхавчай, сунхавчай. А ну давай поскричайся, босса! Ой, Жека. Не-не-не. Чё-то ты не... Он умер! Он умер, это всё враньё! Я ещё вернусь! Это всё наглая ложь, он мёртв! Жека, ты немного не того воскресил, знаешь? Ты не то заклинание прочитал. Ну пошёл вон, я тебе... Ты умер! Это сон! Нет, Юля, помогите! Подписчики просили, чтобы я воскресил Стефана. Стефан жив, ребята. Нет! Я буду жить. Помогите. Стефан вернулся.
Все, проваливай сюда. Проваливай, забирай свои грязные деньги. Забирай. Мы это сделали. Мы воскресили Стефана. И Жеки сейчас опять начнется сладенькая жизнь. Да, пойду это. Да не, хватит! Я захлебался уже убирать, все пошел. Ой, я сейчас Стефана убью опять. Давай, Стефан. Ну получи. Ладно, голубки, развлекайтесь, я пойду заканчивать серию. Стефан воскрес, это нормально. Да, я очень рад, ну у тебя тоже есть Ибрагим, так что все под контролем. Ну, в принципе, ребята, на этом уже можно заканчивать. Ставьте большущий палец вверх на вот эту серию, если хотите больше видео с троллингом. И мы с Жекой будем записывать троллинг как можно чаще. Да, и также не забывайте комментировать данный ролик, мы читаем абсолютно все комментарии и отвечаем даже, так что давайте, дерзайте. Да, ребята, большое спасибо вам за просмотр, всем удачи и всем пока. Покедова.